Друзьяши, всем привет, с вами Ка-Панда, и мы продолжаем играть в Roblox Tower Battles вместе с моими подписчиками. Подписоны, всем привет, всем здорово. Так, я в какой команде? Я опять в команде синих. Играю вместе со Смородина и 173-613. Играем против Лариона, команда красных, Сашка и Тена. С кем-то уже мы играли, а с кем-то еще нет. Так, ну что, давайте глядеть, что у нас. Поставим сначала джипарей и поставим ферму, как обычно. Я так себе делаю. На ферму хватило, отлично. Все, джипари едут. О, у нас еще один джипар есть, отлично. Так, еще у нас тут два пикалетчика. Так, ферма и джипы, нормально. Ну, так, как бы не густо особо. Давайте глянем, что там у соседей. Соседей здорово. Так, у них тоже фермы, ну все стандартно, по классике. Так, а где у них, кто еще есть ферма? Только вижу ферму одну и джипарей. Ребята, ну-ка булки не расслаблять, чтобы наскатка быстро за 2 минуты не закончилась. Где у них все-то? Ну-ка ставьте. Ставьте быстро что-нибудь. Чего-нибудь, кого-нибудь. Так, 330, это могу ферму апнуть. Да, уже за 250, по-моему. Так, фермецкая, иди сюда. Все, ферму апнули мы на второй уровень. Теперь она нам приносит уже по соточке. Надо вот теперь апнуть бы еще джипарей. За 380 бамперецкий купить, бампер. Чтобы ломать коленки нашим зомбаркам. Так, о, чувака, кожаная шляпа. А, это шляпа с ивента. Да, я помню, это ивент. Так, ну ладно, что мы будем делать дальше? Я, конечно, хочу накопить 550, чтобы апнуть нам еще ферму на третий уровень. Либо, нет, давайте я 380 накоплю все-таки, чтобы бампер, чтобы было жизнь уже не по 25, а по 60. Чтобы более-менее себя уже увереннее чувствовать. Потому что фиг знает, как там эти подписоны. Сейчас они такие расслабились, а потом как нашлют у нас армию боссов, и все, и пиши пропало. Так, а что они ничего не ставят? А, они апают, все понятно, все грамотно делают. Короче, они апают свою ферму и апают своих джипарей, в принципе, как и я хочу. Так, о, кого бы еще кто-то пропустил, так, красный, нет, мы синие, они пропустили троечка. Троечку пропустили. Ну ладно, 97 это почти 100. Ну почти. Минус троечка просто. Так, у нас две фермы, короче, помощь мне идут, и один джип, нормально, и у меня ферма и джипы. Давайте, наверное, все-таки сейчас 550 постараюсь накопить на апгрейд фермы, нужно ее полить, вот наша леечка, и будем поливать цветочки, потому что, как говорится, деньги на деревьях не растут, но в Роблоксе, Tower Battles, именно там они растут, только на деревьях. Они растут после волн и за убийство зомбаков, и на деревьях. На это фермы они нам и нужны. Там будем свои бабосики выращивать. Так, чё, как у них дела? Да тоже пока не плохо. А, вот, смотрю, где два джипаря идут. Не увидел, вот он есть. Есть второй джипарь, все есть. О, огонь. Ага. Ну да, нормально, думаю. Мы особо не отстаем. Особо и не вырываемся, и особо не отстаем. Я даже не знаю, кто пока лидирует. Наверное, идем вровень. Особо лидирующих нету. Так, 550, лейка, купись. Все, лейка есть у нас, вон дороги там появились внутри. Все, теперь нужно 1000 накопить. Но 1000, конечно, это шикардос. Я вот не знаю, о чем мы сейчас. Либо я куплю еще одного джипаря, рядом поставлю, буду его апать. Либо я буду этих джипарей апать. То есть не буду второго покупать, а буду первого. Апать. До третьего, до четвертого уровня. Ну, чтобы докачать до пятого. Ой, сколько там? 7-800, по-моему, танки стоят. Апгрейд очень дорогой, конечно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Либо 1800 копить сразу же. Нет, 1800 мы не будем копить. Нам проще за 1000 купить сначала ферму апнуть. Да, вот сейчас я накоплю 1000, а потом уже будем смотреть по обстановке. У нас уже, кстати, идет босс. Ну ладно, босса этого мы-то заборим. Он сейчас джип его, и у него останется троечка, и его здесь эти, тем более, товарищи добьют.
А, капец, они так помаленьку снимают. Бог ты мой, по единичке что ли. Пук. 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 Ну там еще и снайпер, конечно, помогает. Вот, у нас уже снайперецкий. Снайперецкий, это тоже хорошо. Так, пищи пока не хватает. Нет, пищи не хватает. Че, как у них тут дела? Они, короче, тоже апают свои фермы. Ага, тоже одна ферма всего. И два джипаря. Ну-ка, не апнутый, нет. Да, до третьего уровня апнутый, уже C4 прилеплено. Здесь тоже до третьего уровня, тоже уже C4 прилеплено. А у нас нифига не... Это кто начал нахлобучивать уже? Ого, они уже команда купили. Команда купили, а мы что? Мы ничего не купили, зато мы купили ферму. На ферму накопили. Все, ферма у меня 4 уровня. Дерева уже высокие. Дерева, все мне как пишут, говорит, не дерева, а деревья. Да, знаю я, что деревья, но мне нравится говорить дерева. Так прикольнее. Вот теперь надо подумать. Наверное, я апну джипаря за 380. И теперь вот уже буду он C4 у нас и с бампером. Теперь буду копить 1800. Я, кстати, купил этого командира, но я так его еще не дотестил. В прошлой катке у меня дисконнект, как обычно, был. Поэтому Roblox не болей. Давайте все скажем вместе. Roblox не болей. В последнее время что-то частые дисконнекты у меня. Выкидывает постоянно. С интернетом все нормально вроде. Все интернет тащит. А Roblox дисконнект. Частенько бывает. Так что Roblox не болей. Ладно, что у нас тут происходит? Давайте дальше глядеть. А что происходит? 1200 у нас уже есть. 4000 мы, конечно же, не накопим. Нет. Мы будем 1800 тут на этого братюню копить. На шестиствольщика нашего, миниганчика. Давай, миниганчик, копись. О-о-о-о-о, тут уже два босса идут. А у тебя будет что-то тяжело. 12-я волна, будет тяжело. Так. 1200 успею я накопить? Нет. Мама, не горюй, что-то, по-моему, не хватает. Есть. Куда поставить? Давайте вот сюда поставим. Все, пускай нахлобучивает. И за 650 надо все срочно ему увеличить обзор. Давай. От этого босса надо нам завалить. 180. Не, нормально. Все, вроде живем. Пока живем. Ну-ка, что там у соседей, как дела? Они босса уже вальнули, между прочим. А, потому что у них уже давно появился команда. Но у них зато фермы. У них что-то одна ферма всего. У нас хоть... Три фермы, хоть более-менее как-то. Так, за 600 апаем. И давайте-ка я еще поставлю две фермы. Не, одну ферму поставим. И сколько мы сможем проапать ее? А, только на второй уровень сможем проапать. Сейчас 550 еще быстренько накопим. Все, у нас есть еще один команд. Ну, сюда зря вы его, конечно, поставили, ребята. Вот этот, он вот так вот закрывает. И здесь вообще ничего не закрывает. Я сейчас потом команду свою сюда поставлю. Где-нибудь вот так, чтобы он вот эту вот всю здоровую петлю закрывал. Нужно как можно ближе к середке ставить, чтобы вот эти все изгибы радиус обзора закрывал, чтобы они их видели. Вот здесь мы еще апнем, потом вот этот уголок захватится, вот здесь вот захватится. Вот это, конечно, уже мы не захватим. А вот этот дядька стоит, он вообще ничего не захватывает, он вот так только захватывает. Лобысь и все. Ну, примерно. Так, я могу ферму апнуть? Нет, не могу я ферму апнуть. 550 надо. Ну, надо подождать, сейчас мне это принесет 500. Ферма как раз по 500 4 уровня приносит. А 5 уровня ферма приносит по 1500. Все, мы апнули. Что у нас там с боссом как дела? Так, босса вальнули, теперь у нас некромант идет. А у них как дела? Они еще босса не вальнули, да? Они босса еще не завалили пока. Ага. Ну, у них тоже командир есть. Главная команда еще на тубаретке. Какая смешная тубаретка у него вообще. Давайте глянем. Между прочим, уже 1000 есть. Я могу еще ферму апнуть. Нет, я, наверное, ферму не буду апать. Не надо вот этого команда сапнуть. Иначе будет больно нам. Наверное, да, за 1100 я его апну. Не, мы сейчас глянем. Босса мы убили. Тут тоже мелочевка идет. Не, нормально. Справляемся. Тогда я апу ферму за 1000. Все, теперь у меня они обе приносят по 500. Это все лишняя 1000 капает. И я сразу же теперь могу и апнуть шестиствольщика, миниганчика. Все, нормуль. Так, этих двух товарищей мы забодаем сейчас. Да, одного забодали уже. И второго почти забодали.
все нормально. Ну-ка, у них как дела? Ой, у них тут что-то печально. Ой-ой-ой, кому сейчас больно будет. Ха. Давай закрываем их. Пинай. Все. Есть. Победили. Но неплохо играли они. Ну, я так понял, кто-то тут просто первый раз сидел. Поэтому ничего страшного. Ничего страшного. Было прикольно, весело. Но я так и не затестил своего командира. Я хотел все-таки его затестить. Но было весело. Все, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте Лукаса. С вами был Капанда.